Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Артур Паровозин. Мы будем продолжать играть в игру «Звездный десант». Продолжение пятой части под названием «Потерянный мародер». Это самая моя любимая часть. И, кстати, будет много новых боссов интересных. Особенно будет в конце. Ну что, начнем играть? Ну что, мы начинаем игру. Мы уже высадились. Базу. Все пушки на месте. Уже игра началась, уже практически. Чё, прилетели в этой игре? Садись много. Этот завод использовал для переработки ядер. Много брони и приборок на случай штатной ситуации. Привыкай. Так, ищем код. Отлично! Перед тобой система двойных Система безопасности установлена вторая степень угрозы. Это значит, что одновременно может быть открыта только одна из двух переборок. Завод находится глубоко, учитывая дерьмо, которое там перерабатывается, лучше места не придумать. Вызывай лифт. Вот эти курсы. Это ты забил, делает. Здесь самый прикол. Сканеры зафиксировали дверь. Будь на пу. Уроды, сейчас. Огневики их называются. Они в четвертой части были. Кто не смотрел, посмотрите. Вот и все закончилось. Stay in the line, stay in the line. Стой на линии. Язык. Тебя ждет теплый прием в лице беспозвоночной твари. Найди в чате шахту лифта и спуститься дальше. Не советую сюда забегать. Вот туда не советую забегать. Потому что здесь бластеры будут. Бейк, это бомба. Вот чем мне нравится эта игра, что она очень красивая. Здесь очень красивый уровень. О, здесь бластер был. Быстро. Ну что, долго там будет спускаться? Нифига себе, длинный раунд какой. Ну, верхняя говорит. Значит, пути назад нет. Эта тварь уже летает. На верхнем уровне. Согласно чертежам, тебе нужно двигаться прямо вперед. Естественно, тоже вперед. Не шаг назад. Ты
кстати, с левых боков нас подойдут. Проклятие! Главная рукав перекрыта. Здесь есть небольшой служебный тоннель, ведущий на восток. Я передам его координаты на твой головной дисплей. Если бы дальше пошли бы сюда, то бы с боков бы на нас напали бы. Нас уже ослепляет. Старайтесь почаще снимать этих снайперов, если видите, начальников. Если их не снимать, они вам могут кучу вреда сделать. Так, вроде никого нету. Обожает пушку. Вот огромный минус, что мне не нравится, что здесь не видит, как тебя будет обстреливать. Хорошо, что хоть на мне костюм защиты. Чуть не видать, кто меня обстреливает. Сколько вы закончитесь-то когда? На, получает. Вот здесь сама шопа будет. Вот пушку хоть дали нормально. Кластер пойдет. Надеюсь, эти туннели выведут тебя назад в главный рукав. Похоже, жуки заготовили для тебя пару-тройку ловушек. А я для них ловушки приготовил. Будете знать, как с Артуром связываться. Здесь вроде никого нету. Слышите звук? Это светлячок. Он же сейчас засыпет вас. Вот он. Где-то у нас опять светлячок. Ты коварный представитель. Вот и бластеры подскочили. Вот в чем коварность светлячков этих. Вот в чем они опасны. Где у нас тут снайперская винтовка? Не могу его сделать. У меня досталось. Кинем гранатку. Боже, как я гранаты не умею кидать.
Ой, бластеры. Отлично, ты вышел в главный туннель. Иди по нему, пока не доберешься до первого хранилища. Пока угроза устранена. Конечно, тяжелая игра. Вот, смотрите. Смотрите, что опасно. Вот эти бластеры самые такие противные. В чем мне дверь закрыта? Заклинила, блядь. Кстати. Что-то они не заканчиваются, эти бластеры. Странно. Кстати, ссылка под видео. Вы можете заказать у нас товары. Этим вы можете помочь развитию нашего канала. Или можете финансово помочь денежку на Яндекс скинуть. Не бойтесь кидать гранаты. У нас ну, то есть подствольный гранатомет. Кстати, вот этот подствольный гранатомет, пушка вот эта, она на кнопке 4 находится. Сейчас должны бластеры где-то здесь быть. Здесь, кстати, будут новые персонажи. Сейчас они появятся, тигры. Что-то звук мне не нравится. Вот тигр. Плевун называется. Сейчас там попадаться. Не с тем связались. Были тигры-плевуны. Не видел их с тех пор, как мы с Кэпом Блэкстоуном высаживались на Кадусе-4. Нет сомнений, они что-то охраняют. Сейчас надо сохраниться. Сейчас перегородка закроется. Вот самое идеальное расстояние, это середина. Старайтесь двигаться на середине. Сейчас мы его сделаем. Не прошло и года. Сейчас будем забираться на верхний уровень. Тратить.
Так. Вот у нас оператор. Идеальная пушка. Вот плохо, что патроны заканчиваются. Будем его играть без пуль. Главное, чтобы не пролиться никуда. Не забываем, вот, что надо отходить. Видишь, всех мы системы. Уровень запутался. У нас уже кости все. Мы с ними разберемся. Тяжелый раунд. И сейчас вот хорошая фишка, здесь они нас не сделают. Какой молодец. Все, за спину. Какие умные здесь все-таки боты в этой игре.
какой умный я. Великолепный спорт. Мы бронированы. Надеюсь, тут никого не останется. С этим бороться не будем, время только тратить. Сейчас на верхний ярус залез, если он здесь будет. Сканеры указывают на высокий уровень активности. Сейчас. А куда идти, я не знаю. А вот кнопочка. О, опасно здесь. Кто вам советовал снимать этих? Огромных, чтобы они в будущем не мешали.
кода, для чего надо снимать огромный языков. Сейчас закидаем их гранатами. Вообще-то я сказал, чтобы снимать этих главных звуков, у которых стреляет. Я ловил слабый сигнал мародера. Он где-то под тобой, на нижних уровнях хранилища. Нужно как-то пробраться туда. А хотя мне звуки вот эти помогли. Пару раз под противником, по своим же попали бы. Что-то мне не нравится здесь. Вроде как должны здесь быть эти балластеры. Перезаряжаемся на всякий случай. А то мало ли чего. Кстати, кто хочет себе майку прикупить с хорошими товарами, можете у меня по ссылке под видео заказать. Майки со свитшотами от компании Printbar. Очень классно. Эй, Эм, я могу тебе помочь. Мои сканеры фиксировали металлический объект в отсеке утилизации ядерных отходов на нижнем уровне. Судя по размерам и форме, это пропавший мародер. Если найдешь его, я вытащу вас обоих. Перезаряжаем на всякий случай. Нужен код, чтобы открыть эту дверь. Оставайся на месте, мародер, я поищу код. Мародер, рядом с тобой жук-носорог. Возможно, это не самый умный жук в галактике, но с ним не стоит сталкиваться лицом к лицу. Командир, неужели вы не можете ничего сделать? У них совершенно разная весовая категория. Сейчас я покажу вам, как его делать. Назад, назад, назад. Он сильно разгоняется. И постреляем его в жук. Есть код у меня. Оставайся у двери. Я загружу его в систему безопасности. Кстати, я ничего интересного не пропустил? Нет, ничего не пропустили. Просто жука огромного бронированного замочил, и все. Вот, опять мои друзья идут. Вроде сзади, в Багдаде все спокойно. Не забывайте, что сзади должен, чтобы спина была у вас прямо прикрыта. По курсу должен быть служебный лифт. Спустись на нем в помещение для сжигания мусора. Судя по имеющейся информации, мародер где-то там.
Возьмем патрончики немножечко. Вызываем лифт. Включаем гостей нас. Обратите внимание, друзья, что я играю на легком. А жизнь очень быстро тратится. Представьте, если я на среднем буду играть. Сейчас снайперов поснимаем. Что-то телега выезжает, моя не выезжает. Я специально, кстати, стрелял с пушки, с бластерной, чтобы сильно много патронов не тратить, потому что они еще пригодятся нам, когда мы будем отходить. Старайтесь, когда вы будете сейчас проходить, старайтесь всех обстреливать. Никого не пропускать. Вам все равно придется назад возвращаться. Павший мародер находится где-то на этом уровне. У нас странный сигнал. Мародер где-то совсем рядом. Вроде никого нету. Может, я продолжать искать мародера. Во, горящие курицы летают, бля. Всегда запоминайте, где вы идете. Всегда запоминайте. Потому что вам придется обратно возвращаться. Но я бывает теряюсь временами, хотя много раз играл эту игру. А куда мы пропали, бля? Так, сейчас эти летающие курицы.
кто-то по пьяни валяется здесь. Пока эти бочки не взрывайте, когда будете проходить. Вот тут мародерная. Судя по показаниям у этого мародера, ядерный детонатор. Где, черт возьми, он его нашел? Кстати, советуйте сохранить. Сохраняем. Продолжаем. Вот новый персонаж. Замри! Кто-то активировал ядерный заряд. Твой скафандр блокирует обратный отсчет, так что стой и не двигайся. Есть. Решение найдено. Загружаю в твой скафандр специальную бабу. Взрыв она предотвратит, но вот таймер замедлит. Оставайся на месте, пока я не закончу загрузку. Я же приказал оставаться рядом с телом мародера, иначе этот заряд разнесет весь завод. Отлично! Теперь беги! А вот мы куда, замедлили таймер, но рано или поздно взрыв все равно грянет. Это королевский воин, уноси оттуда ноги, у тебя нет времени сражаться с ним. А я не знаю, куда я бегу, музыки. Тяжелая игра. Главное, чтобы не проебать. Я не знаю, куда идти, конечно. Но эта игра полная сопка. На взлетную площадку. Тебя ждет пилот. И скорости-то нету, мужика. Ну что, пройдем, не пройдем. Я сомневаюсь. Так что держите руки, пацаны. Навряд ли мы пройдем. И куда бежать? Где кнопка? Много мы времени теряем. Много времени теряем. Не пройти будет. Много времени мы потеряли. Оставайся в лифте. Постараемся возобновить подачу энергии как можно скорее. Черт, опять пропало электричество. Старайтесь бластеров отстреливать. Сидите так. Кстати, мы с ним встретимся еще, с этим персонажем. Че, добегу я или не добегу, не знаю. Навряд ли. Все обесточено. Мы найдем другой выход. Мы проиграли. Это очень тяжелая игра, ребят. Не советую в нее играть, кто нервы хочет свои потратить.
взлетной площадке. Скорее, когда грянет взрыв, весь завод взлетит на воздух. Вы покидаете отсек утилизации ядерных. Ну что, добежим, добежим. Прыгай! Взрыв грянет в любой момент! Фу, слава богу, прошли. Тяжелее всего. Фу, очень тяжелая игра. Непонятно, почему у него был с собой ядерный заряд. Я жду ответов, но ты же знаешь этих экстрасенсов. Чем больше они говорят, тем меньше ты знаешь. Спасибо, друзья, что смотрели это видео. Не забудьте подписываться на мой канал, ставить лайки и, ну и покупать мои товары. Они по ссылке под видео в описании. До новых встреч, ждем новую часть. Пока, счастливо. С вами был Артур Паровозин.